Здравствуйте! В этом видео я расскажу, как сделать бриллиантовый узел из паракорда. Берем, значит, отрез шнура. Смотря для какой цели вам нужно. Это либо для браслета, либо для темляка. Это на ваше усмотрение, сколько вам нужно. Но вы имейте в виду, что когда вы будете вязать узел этот, чтобы вам хватило длины этого шнура. Значит, делаем, складываем так, вот таким образом. Левый конец вот такую петлю, правый такую петлю сверху на него. Затем эту часть мы пропускаем, эту петлю вытягиваем сюда и запускаем в левую петлю. Таким образом у нас получается вот такой вот крендель. Затем мы берем левый край шнура, под низ пропускаем и вот в эту середину. Правый край сверху также в середину. Начинаем все это тянуть. Равномерно подтягиваем. Вот получился у нас вот такой вот узелок. Это может быть как этот узел используется как замок для какого-либо браслета, либо в темляке. Спасибо за внимание.